Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Даже на Северном полюсе не так холодно, как тут. Эй, костерчик! Такс. Слышь, дура, ты что делаешь? Руки прочь от моего Адидаса! Не смей сжигать мою единственную память о Японии! Как будто у меня выбор был. Больше-то жечь нечего. Тогда давай сожжем твой шарфик от Гуччи. Он явно гореть будет поярче. А ну отвали, хики-задрот! Так продолжать нельзя. Надо искать хату. Слушай сюда, Аква. Говорю заранее. Даже не думай что-нибудь выкинуть, поняла? Я тебе не бандитка или хулиган какой-то. Я богиня, божество. Эй, ты меня слышишь вообще? Опять ты, чертова нежить! Магазинчик, значит, в городе открыла? Я, понимаешь ли, в конюшне жопу отмораживаю. А у тебя собственный бизнес? Знай свое место, чертов лич! Во имя богов, я сожгу эту чертову лавочку ко всем! Ай! Хоть ты владыка мертвых и магазинчиком управляешь, так еще и чай отлично завариваешь. Простите, простите, такая как я недостойна находиться здесь. А ну прекращай вести себя как конченая стерва. Сможешь научить меня какому-нибудь скиллу? Слышь, Казума, ты о чем только думаешь? Великая, я не могу позволить, чтобы моя шестерка учила скиллы у лича. Это кто это тут, шестерка? Слушай сюда, она же лич. Так что любит всякие мерзопакости и научит тебя, как из слизи тараканов в зелье воду варить. А что значит шестерка богиня? Все верно. Я Аква. Да, великая богиня, которой поклоняются все из церкви Аксис. Бойся меня, лич! Эй, Виз, не надо так пугаться. Нет, понимаете? Я слышала, что в секте Аксис много двинутых на голову фанатиков, и с ними вообще лучше не связываться и близко не подходить. А когда я слышу, что она их богиня и предводительница... Что ты сказала? Прокляну! Прокляну! Будь ты Разговор ушел в тупик. Слушай, ты говоришь так, будто знала Вердию. Просто я одна из восьми генералов-владыки демонов. Готовься к смерти! Постойте! Постойте, госпожа Аква! Молю вас, выслушайте меня! Ну вот и все, Казума. Теперь нашим долгам конец. Нет, даже сверху денежек нагребем. Никогда в жизни никому не причинила вреда. Так что и никакой награды за меня нет. Я мало чего подняла, но на всякий случай тебя изгоню. Постойте, пожалуйста, госпожа Аква! Будет не против, что буду держать магаз в городе людей, пока я поддерживаю барьер его замка, как одна из его генералов. То есть, пока ты жива, к нему в замок нам не попасть. Казума, давай прикончим ее. Голову уронил! Обычно он всегда кидал свою голову мне под ноги и пытался заглянуть под юбку. Хорошо, забирай сколько хочешь. Давай, удачи тебе. Сейчас как-то непонятно, кто тут лич, а кто богиня. Ой, а чего? Ну, что случилось? Кто хотел поглотить мой HP и ману? Как так? Ай! Эй, Казума, а ну не вмешивайся! Это битва между богиней и личом! Думаешь, я дам ей так легко побить себя? Не-а, прекращай, или опять по шапке получишь. И вообще, у меня уже рука покалывать начинает. Так что я буду очень рада, если вы отпустите меня. Простите, руки становятся горячо. Госпожа Аква, я растворяюсь, исчезаю. Ай! Ты что с ней думала сделать? Что такое, Аква? Что случилось? Ты в порядке? Казума! Это супер дорогая бутылка Шато Марсон 47-го года. Я хотела осушить ее, как молочко в воде из ванны. И так ждала этого. Но как только вернулась в комнату, как сам видишь, она абсолютно пуста. Вот как, ну спокойной ночи, до завтра. Это дело рук бабаек. Вот сейчас возьму, пройдусь по дому и уничтожу всех, что на глаза попадутся. А ну выходите. Бабайка! А эта кукла была у меня в комнате? Не было ее! Это по любасику страшная бабайка! Аква! Госпожа Аква! И страшно, очень страшно, за мной бабайки гонятся!
Не пугай меня так, Мегумин. Я чуть не обосрался. Это я должна говорить? Не могла бы ты отвернуться и заткнуть уши ненадолго? Я выйду на балкон и отоль... Эй, ты что делаешь? Отпусти. А иначе моя деда сокрасится желтой полоской до носков. Не пущу. Как можно идти облегчаться одному? Разве мы не товарищи? Туалеты или странствия? Мы всегда должны быть вместе. Отпусти меня! Не смей мешать моим приключениям и нужду справить по-маленькому! И вообще, кто говорил, что алые мазоку не ходят в туалет? Если приспичило, то вон там есть пустая бутылка! Если так страшно, отлей в нее! И как, по-твоему, я должна сделать эту бутылку? Не позволю. Пускай ты и мужик, но даже так товарищи должны страдать вместе. И еще... Да тут я, мать твою! Куда же я денусь? Заканчивай уже, а то сейчас обоссусь. Прости, я знаю, что это смущает. Но ты не смог бы спеть мне что-нибудь? Какого черта ночью перед туалетом я должен что-то петь? Эй, Мегумин, давай быстрее! Не торопи меня, пожалуйста! Я понимаю, что ты на пределе, но... Не то слово на пределе! Но у меня сейчас из другой щели кое-что полезет! Не могу я так, когда меня торопят! И все, больше не могу, подливка пошла! Выходи! Как так можно людей из туалета вытаскивать? Ты хоть что-то слить успела, так что не жалуйся! А ты о чем? Алый мазок писает взрывной радугой! Опять ты за свое? Я же сам уже на пределе! Я это предвидела и захватила его! Пользуйся на здоровье! Да еще чего! Ты все, уже течет. Лучше уж вазу, чем... О, владыка мира, что темнее темной ночи, услышь мой взов и приди в этот мир, как сила разрушения. Ты что задумала? Хочешь весь дом к чертям снести? Ну давайте, нападайте, злые бабайки. Пускай я не бог, но уж покажу вам Кузькину мать. Эй, Аква, ты как... Кто-то разрушил сильнейший барьер, что сдерживал блуждающих духов, и они вырвались на свободу. И не зная, куда идти, они решили обосноваться там. Мы отойдем на минутку. Эй, ты явно в курсе, о чем она. Выкладывай. Ну да. Ты ведь помнишь тот квест на изгнание духов с кладбища? Ага. Ну, тащиться туда и духов изгонять — это еще тот геморрой. Ага. Так что я подумала, если сломаю печать, что сдерживает их, то они все отправятся на небеса и все такое... Чёртов титановый якорь! Как ни смотри, это было неправильно. Аква, нам огонь разжигать нечем. А, ну так возьми спортивный костюм Казумы. Не смейте!